Хотелось бы видеть российское кино, какое оно было раньше, когда вот «Утомленный солнцем», понимаете, Тарковский, вот это все. Настоящее российское кино, пусть оно долгое, пусть оно со длинными сценами, но сейчас, к сожалению, какой-то получается закос под американское кино. Мы пытаемся идти вот в ногу со временем, с модой, но это все равно не то. Повторение чего-то, что уже было, никогда не будет подлинным материалом.